Почему меняются времена года? Потому что Земля вертится. Так везде происходит? Нет. Во всех странах, регионах нашей планеты одинаково? Или нет? Одинаково, что время, время года? Нет. Отлично. А какая наука изучает животных? Зоология. Как называлась страна Россия в разные периоды? Русь. Так, еще. А вот буквально в прошлом столетии как называлась она? Отлично. Назови правителей России в 20 веке. Ельцин. Кто стал первым президентом России? Ельцин. В каком году состоялась битва на поле Куликова? В каком веке Россия продала Аляску Соединенным Штатам? В 20-м. Еще. Напой третий куплет гимна России. Они все практически одинаковые. А третий как звучит? Я не помню. Еще. Дословно. Назови отцов основателей Новороссийска. Серебряков и... А кто был Серебряков? Генерал. Отлично. В каком году началась Вторая мировая война? 1941, а вот так, по-моему, чуть раньше. Кто придумал русский алфавит или азбуку? Отлично. Прости четыре строчки своего любимого стихотворения. Анна Ахматова. Я уже давно его не читала. Не вспомню сейчас, честно. Кто сконструировал дизельный двигатель? Не знаю. На чем растут бананы? На кустах. Какая ткань в организме мужчины является самой твердой? Зубы. Отлично. Какая часть зуба самая ломкая? Середина. Красивая улыбка ассоциируется с белыми ровными зубами. Для того, чтобы зубы выровнять, часто используют брекеты. Но есть страны, где наоборот, считается красивыми зубы кривые. Можешь назвать такую страну? Япония. Япония, очень хорошо. У какого представителя фауны больше всего зубов? Паку. Хорошая версия. Сколько раз в сутки необходимо чистить зубы? Сколько раз в году надо посещать стоматолога? Два. Какие продукты негативно влияют на цвет зубной эмали? Сахар влияет, табак влияет. У некоторых людей зубы окрашиваются от еды вообще. Как часто следует менять зубную щетку? Раз в 3 месяца.